Знаете, вот если читать литературу, да, ну, как бы есть художественная литература, есть детская литература, есть рассказ, а есть публицистика. Ну вот, и я бы сравнил документальное кино с публицистикой, с книгами не для всех, с книгами, над которыми стоит задуматься, необходимо задуматься, и с литературой, которую ты будешь еще долго-долго вспоминать и которая на тебя влияет. Вот, собственно говоря, вот если сравнить с литературой, это вот есть документальное кино. Это кино, которое на тебя оказывает влияние. Это важное кино в твоей жизни. Это и есть документальное кино.